Всем привет, на канале Гиганта, с вами Эндрю. Мы продолжаем играть Дожить до рассвета. Поехали. Ранее. Черт. Это наш мэп, который кинула Эмили. Джессика! Майк, слушай, ключа от фуникулера нет. Джош, его забрал Джош. Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. Может, он забрал Джоша в шахту? Стой! Не двигайся. Да-да-да, не двигайся. Твою мать! Какого... Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. И ключа не достал. Теперь найдем путь в логово этой твари. А, мы еще не нашли, да? Джордж. Десятая глава. Итог. Один час до рассвета. Это наш психолог. Не знаю, был ли тебе хоть какой-то толк от этих сеансов. Ты меня не слушаешь, и все как-то уже очень... тупо. Ну, я пойду, Джош. Ну да. Пора бросаю. Тебе усвоить. Есть вещи пострашнее того, что может породить больное воображение такого избалованного малолетнего засранца. Тебя окружали люди, которым ты был дорог. Они хотели помочь. Но всякий раз ты их упорно отталкивал. И теперь ты совсем один. Хотя, похоже, один ты пробудешь недолго. Эхо. Ты будешь один недолго. Дыши глубже, Джошуа. Дыши глубже. Ну, по идее, Вин Дигл не должен был превратиться, потому что мясо не ел. Что? Даже если его покусали. Нет. Нет. Бэйт и Ханна. Нет. Поют. Нет, не надо. Только не это. Уйдите! Уйдите от меня! Нет, вы мертвы! Извини. Вас нет! Заткнитесь! Нет, вас нет! Ты еще не готова. Ты нами манипулировал. Ты просто трус. Мне нравится. Мы хорошо пойдем, дядя. Готова. Я не буду вас слушать. Что ты чувствуешь? Доказывать. Я больше не буду вас... Только мысли в голове вообще. Одновременно. Ладно. Ладно. Время стекло. Соберись. О, мы за него будем? Куда идти? Ничего не видно. Привет. Нет. Вас здесь нет. Мы остались одни. Нет. Дурное воображение. Совсем одни. Но теперь ты с нами. Да-да, с вами, с вами. Уйдите. Конечно. Оставьте меня в покое! Сгиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? Почему оставил умирать? Я хотел вашей смерти. Клянусь. Мы так долго будем идти, реально. Или, возможно, мы не в ту сторону идем. Поэтому они появляются. А это что такое? О! Гигантская. А!
Не беси меня. Нам решили не показывать. Тут вижу страшно. Это было человеком. Да. Может, шахтеры. Или кто-то из сотрудников лечебницы. Там такая хренотень творилась, что меня бы это даже не удивило. Какая хренотень? Кто-то ловил Вендиго, связывал и держал живыми. Короче, там капец, что было. Ого. Видать, я их выпустил, когда все взорвал. Молодец, нечего сказать. Ну да, молодец. Не стоило, видимо, да? Ой, дом горячий. А там удачи. Мы спасемся, да? Ну, возможно, не все, конечно, но спасемся. Ладно, я пошла. О, давай, можно. Холодно, да? Уверен? Ну, я пока жив. Не говори, Боб. О, черт! Пальцы онемели. Вот устоим в воде. Они отвалятся. Тут он заметен. Иди спокойно, не дергайся. Вот и пришли. Ужас небольшой. Там что-то горело вроде. Не? И все. Как это спуститься, ясно? А, нет, ничего не видно. Пойдем так. Наверное, дверь была. Ты. Господи! Что это? Это Джесс. Джесс нашли. Это Джесс. А зачем ты тут, бабочки? Теперь понятно. Ты видел? Да. Трупы. Немного. О боже. Нет! Меня тошнит. Ну что, соберитесь, парни. Стой. Я что-то видел. Поэтому надо поближе, да, прислониться? Ну точно. Джош! Не буду вас слушаться. Буду слушаться. Вы не можете мне приказывать. Джош? Вы больше не будете мне приказывать. Не надо больше мне приказывать. Ладно. Он только вообще ничего не показал. А, вернули Джошу, да? Что с ним, Майк? Похоже на глюки. Джош! Майк,
Привет, Джош! Майк. Привет. Только не бей меня, не надо. Ты сам с собой говорил. Крыша поехала. Мы думали, не найдем тебя. Давайте уже свалим отсюда. Хорошо. Джош, ключ от фуникулера у тебя? Да. А дай его нам. Вот. Хорошо. И мы тебя бросим. Видишь вот это? Через этот лаз можно выбраться. А, тут знает. Нет, Джош туда не залезет. Окей, подсади меня, я выберусь и пойду к остальным. Да. Да, да, конечно, иди, ты иди. Ты приведи Джоша тем же путем, встретимся у дома. Будь осторожна. Вы тоже. Ладно, пошли, псих ненормальный. Правильно, правильно, давайте разделимся, как обычно. Ничему не учится. Зачем так сильно бить-то, а? А, ты уж прости, братан. Мера не знает. Я думал, это ты убил Джесс. Был неправ. Говори с ним, поддерживай. Тут Джош как-то сорвется. Он точно сорвет. Не хотел вашей смерти. Нет. Дайте нам пару колес. Закинемся. Пугайте нас. Я знаю. Знаю. Ладно. А, сейчас кого-нибудь утащит, да? Иди, давай. Он же в воде был. Мы же просто так не пройдем назад, правильно? Кто-нибудь достучится. А оружия у нее нет, по-моему. Оп. Эй. Уходи! Тебя нет! Знакомая. Вперед, Джош. Мэтт. Нашелся, наконец. Бери. Поджигаем. Та-да! Я с тобой согласен. Опа, это круто, конечно. Ебать, где-то ходил? Кто-то дышит там. Куда нам идти? Что-то лежит. Знать бы, почему был обвал. Да, тоже интересно. Хотя просто, возможно, кто-то хотел взорвать эти пещеры, да и все. Фонарь горит. Верно, дорогу идем.
Да-да-да, слышали. Подожди. А, это просто дверь обошли закрытую, да? Оу. Что это? Что это? Сейчас бежать придется, видимо. Куда? Прятаться, конечно. Черт. Ладно. И лампу подышим. Так. Мне тоже страшно было. Че, не двигайся прям. Так. Бежать бесполезно, чтобы быстрее нас. Ладно. На случай смерти. Бежать. Охренеть. Дальше. Нет, не хотел направо, ну ладно. Я передумал резко. Молодчик. Ни хрена себе. Успел закрыть. А не закрыл бы, мог бы умереть. И вышли к дому. Замечательно. Еще по улице надо пройти. А вот наша Сэм. Почти выбралась. Залезь. Почему бы нет? Давай прыгнем. Специально ускоряет. Быстрее, быстрее, еще быстрее, да? Чтобы я не успел. А это выбор. Или что? Типа направо пойдешь, налево. А, не, вроде параллельно эта дорога. Я не помню, куда идти, так что пойдем здесь. И карты нет. О, что-то лежит. Тотем. Три газа какая-то. Тотем опасности. Видимо, в дом заберутся. До дома дойдем, видимо. Не ссыкуй. Вот уж, блин, вода. А выбора нет, да? Ну, ладно. Мне очень хочется в воду лезть. Особенно после тут Джоша. И нам, видимо, туда вот. Дверей! И чё? А, вот там. Вылази отсюда. Пока нас не съели в воде. Как они не мёрзнут? Ледяная вода. Ну, вообще, нам ждут шанс, правильно? Что это там? А. Ну, это не я. Сама упала. Я это ни при чем. О, к домику подошли. И теперь в темпе.
Отлично. Не унывай, да? Черт. Что, черт? Вы же спортсмен. Оно закрыто, как обычно. Эй! Эй! Откройте! Ребята, вы меня вот такой слышите? Спойл. Пустите! Сэм! Привет! Майк! Господи, что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Давай. А, рукой можно было разбить, знаешь. В панике. Майк, куда делся Джош? Погиб. Он унес его. Господи, жуткая смерть. Как сказать? Плохо. И что будем делать? Надо проверить подвал. Может, там кто остался? Ну да, да. А как же эти виндиго, которые там бегают по полу? Сцапает еще нас. Они же в доме уже. А ну выходите. Я знаю, что вы там. Как, по-твоему, мы выберемся? Старайся об этом не думать. Нет! Бежим! Сесть и не двигаться. Скорее, уходим! Беги! Тупи! Чёрт! Не тупи! Они же двери не умеют открывать. Даст нам немножко времени. Такое, своих заметил, что ли? Только там свои остались. О, хватит. Газ. Его надо поджечь. Как видение. Давай уже, сделай это. Что ж томить? Так, поцеловались, смотри. Дуэт. Блин, чуть не спалили. Я такого не ожидал. Ты чё? Спасаем. Он побежит за мной.
А Майк убежит сейчас. Я надеюсь. Ой. Извини, Майк. Не только Майк. Упс. Ну кто-то выжил, да. Вижу объект. Здание полностью уничтожено. Прием. Погодите, я что-то вижу. Два человека выжило. Уже есть выжившие. Мы не полностью проиграли, да? Приземляйся. Это минимум такой. Да, почти все погибли. Черт! Нет! Все? Не, ну было, конечно, захватывающе. Что ты делаешь? Это, видимо, событие, на которое я повлиял. А, как погибли, показывай. Эшли вот погибла, да. Джессика. Но тут я чисто не успел. Нет. Да. Добежать, споткнулся пару раз. И Майк. Уходи! Ну, по-моему, от Джоша, не знаю, можно было бы сбежать, конечно. Он навел пистолет на меня. Вот сюда, прямо в лицо. Бывает. Мог выстрелить. Он чуть не убил меня, козел. Мы встречались, я думала, что хорошо его знаю, а он оказался полным моральным уродом. Я был с ней. Рядом. Я мог что-то сделать. Я пытался ее спасти. Про Мэтта что-то забыл. Я не смог. Еще три человека выжило. Мы с ним дружили. После несчастья. Он много общался со мной. Говорил только я. Интервью? Его понимаю. Я думал, бог какой-нибудь. Я думала. Мы на одной волне. Досмотрим до конца, правильно? Если хотите поговорить. Не хочу. Обычно после такой душевной травмы. Спасибо, не надо. Безмозглый следующий, да? Можете ему врезать за меня? Что, простите? Безмозглый, тупой качок, Мэтью Меганытик. Может, вы хотите нам что-то сказать? Да нет, ничего особенного. Что, ну, с ним то поругалась, есть, что ли? Кроме того, что он бросил меня помирать. Ой. На этой долбанной вышке. Вспомнила, самый, да? Последний говнюк. А там звала его, пещера когда ходила. Майк погиб из-за меня. Я должна была замереть. Но дрогнула. Не, не дрогнул. Он Че? Спас меня. Я специально как переключатель выбежал. А вот это да, ты точно. Послушайте меня. Неважно, верите вы или нет. Поверите, когда увидите. Вы должны спуститься в шахту. Что в шахте, Сэм? Я увидела что-то. Улыбается. И очень хотела бы это забыть. Ставим лайки, подписываемся. Всем пока.